Всем привет! Ну вот, после Нового года, представляете, вот сейчас февраль месяц, я только добралась до чистки дивана, накрывала его пледом, потому что все дома, а мне нужно его почистить. То есть вот это вот, ну, за 2 месяца что-то капнули, что-то... В общем, у меня вот это прям беда. То есть реально что-то капнули сладкое, и мне нужно, чтобы чистить, нужно... чтобы время было на высыхание, а все дома. Поэтому я его накрыла и ждала, когда же у меня будет возможность, чтобы я одна была дома и могла почистить. Вот этой штукой пены я уже чистила, и мне она понравилась. Но сегодня будет видео формат сравнения. Сейчас я вам покажу, да, то есть у меня диван разбит вот на 2 части. Это моя мука, я прям уже замучилась. То есть вот 100 раз подумайте, прежде чем текстильный диван на кухне заводить. Я его чищу постоянно, вы в моих видео это видите. Не все чистки вы видите, да, то есть что-то я успеваю. Но вот Новый год меня, конечно, выбил из колеи, и это какой-то ужас. Сейчас буду вот именно этой пенкой чистить, а... дам высохнуть вот этой половинке, а завтра буду вот вторую половинку чистить. И буду сравнивать средство, значит, вот это, потому что оно мне более-менее нравится. И второе средство будет немножко неожиданным. Начинаем наносить. Я уже не первое средство использую. И вы видели, вот видите, оно нам наносит такой звук интересный, да, когда как будто хрюкает. То есть у него пенообразование спреем разносится. Это экономит пену. У него очень хороший запах. То есть вот когда я из всех, что я пробовала, мне реально вот это средство понравилось. Причем когда я его первый раз попробовала, я поленилась делать обзор на него. Но вот видите, сейчас подошло время, что у меня опять идет чистка моего дивана. На самом деле, я думаю, что у меня сейчас чистки прекратятся, потому что я ребенка пересадила на стул, обзор я делала, да, что за стульчик у меня, и у меня больше ребенок не будет здесь сидеть, и вот этого безобразия, оно у меня просто может закончиться, а? Пожелайте мне удачи, извините за звук. Вот, так, все нанесла, сейчас, чтобы не было никаких это. О, в общем, под каким-то углом оно не хрюкает, не знаю почему. Так, не написано, сколько держать, то есть написано «нанесите», и я в этот раз даже без маски работала, потому что в прошлый раз я вам показывала средство, которое вообще без маски не может использовать. Ссылку внизу я оставлю. Так, все. И мы все это начинаем просто удалять сухой тряпкой, написано, или губкой. Так, ну... просто удалим эту пену. Вот. Очень приятно пахнет. Просто необычно для химии. Все. Нажала на паузу, потому что смывала... видите? Смывала губку. Так, ну, мои хорошие. Теперь, ну, вот видите, что с губкой становится? Она снимает. То есть нужно... самые явные места потереть, конечно же, и все оттирается у меня замечательно пока. Ну, конечно же, результат мы посмотрим, когда все высохнет, насколько просто, легко мне удалось. Вы видели, в каком состоянии был у меня диван. Ну, вот видите, как бы губка становится грязной, грязь смывается, все равно отделяется. Так. Ну что, вот почему я раньше не подумала, что нужно чистить по половинке, да? Казалось бы, простая мысль, но она приходит не сразу. Ой, господи, запустила, называется. Вот посмотрите, как отлично все очистилось. И сейчас я вам покажу, буду вторую половинку чистить. Вот такой оригинальный способ, который у меня родился из-за того, что я с детьми делаю всякие опыты. И очень часто в разных детских опытах бывает вот такая штука. Что это? Да, это пенка для бритья. И я сейчас вам покажу, как ей можно очистить диван
Оказывается, это очень хорошо работает. То есть, пока мы играли с детьми, у меня реально что-то попало на диван. Я вам покажу. И, кстати говоря, вот, чтобы вы не думали, что просто у кого нет детей, он не поймет, насколько быстро это все запачкивается. У меня, когда я прошлый диван даже чистила, вот прямо в начале видео, посмотрите, что пятен было меньше. То есть, вот это мы добавили за несколько дней. Поэтому для меня чистка это прям беда-беда. И постоянная. Так, ну, начинаем. Преимущество такого способа в чем? Правильно. Преимущество такого способа, что не нужны перчаточки. Потому что это же все натуральное. И, вы извините, на лицо это используете. А теперь, ребятки, чищу. Когда актуален этот способ, да простит меня муж, когда у вас не оказалось средства для чистки под рукой, а пена, она есть всегда. Вот я ее втираю, и запах приятный, и все. Вот почему вот эти запахи не используют в обыкновенных пенках. Все, сейчас мы все это смоем, сейчас мы все это почистим. Вот сравним. Такой стандартный способ, достаточно хорошей пенки. И способ подручный. Насколько он мне все очистит. Так, чтобы смывать пену с тряпки, может, мне же ее нужно снять, тазичек рядом поставлю. И теперь буду снимать пену. Потому что эту пену по-другому не снимешь. Ребятки, ну что, я почищу и уже потом покажу вам результат. Насколько он нас устроит. Окей? Как все высохнет, покажу и сравним, что же лучше. Хорошая пенка или... И что дешевле, ну, да? Вот высох мой диванчик, и я вам показываю результат. Вот эту часть я очищала пеной для бритья. Я считаю, что отличный результат по сравнению с тем, что было, вообще великолепно. Вот эту часть я очищала вот этой вот вещью, да? Посмотрите. Она специальная, и я скажу, что я уже много протестировала подобных вещей. У меня и видео есть, что-то в видео у меня не попадало. То есть, ну, понимаете, да? Что все бывает по-разному. Она меня, мне нравится. Но все-таки бывают экстренные ситуации, когда какие-то подручные средства нужны. Поэтому, видите, все прекрасно очищается. Даже не подручными средствами. Более того, пена очистила лучше, чем некоторые средства, специализированные для этого. При этом запах нормальный. Так что я довольна.